Итак. Куда тут спуститься? Я не знаю. Давайте... Табир. Да что там происходит, блин? Бред какой-то. Ладно, давайте сюда. Ой, чуть пробел не нажал только что. Вот там что-то горит, смотрите. Что-то коктейли молотов поджигают. О, что за волна была только что. Здесь закрыто. Не знаю. Наверное, учет. Так. Сейчас мы оценим нашу снайперскую винтовку новую. Правда, у нее нет глушителя. Она вот еще пунцовый лист. Наконец-то я тебя нашел. Так, что это у нас? Блин, там тоже какие-то чуваки вроде. А, нет, это листик. Лук на месте, наверное, да? Ну-ка, если... Да, 20 стрел! Вы что, офигели? Не может быть. Мы только 10 же можем с собой носить. Да не, по-любому 10 только. Так, сейчас. 4 стрелы у нас, да. Ладно. Ну, сейчас, не знаю, вроде рассвет. Больше всего похоже на рассвет. Хотя, хрен его знает. Вот тебе мы и пришли. Здесь, мне кажется, ну, необходимо, просто необходимо бесшумно захватить. Потому что толку, если не бесшумно захватывать, ну, меньше толку от этого. Если у нас был глушитель, то здесь хорошая позиция достаточно. Итак, кто-то там что-то... А, да, стимулятор. Это сейчас мы жахнем. Если можно, конечно, а то в тот раз что-то нельзя было. Так, вот... Поможет вам врага. Да не хочу. Я хочу просто применить его. А почему я его не вколол? Ну, ладно. Ну вот один. Ё-моё, смотри, да многовато их достаточно. А где тут их лучше осмотреть-то? Так, осторожно. Так, блин, пипец. Такой огромный аванпост, что ли? Ну... Давай, это аппарат. Раз. Два. Там еще. Тяжеловес. Все, закончилось действие. Я по-любому не всех отметил. Сейчас сюда еще заглянем. Тут вот один тяжеловес. И там, по-моему, еще кто-то был, насколько я знаю. Либо это все. Можно еще один стимулятор променить. А по навыку что у нас там? Так. Ну, пока ничего интересного. Ну вот только. Это нам не надо, правда. Так, если вы используете... Правую кнопку мыши, хотите быстро переодеться, пистолет или снайперскую кнопку, нажмите R. То есть во время нажатия правой кнопки мыши. Ну, вы будете терять, ой, точнее, навскидку. Ну, давайте что-нибудь возьмем, не знаю, вот от огня, например, можно. Или... Да давайте уже что-нибудь качнем. По-любому что-то сейчас надо. Здесь все прокачано у нас. А, нет, вот это, ну, это тоже. Итак, сейчас вот это, наверное. Итак, так, так. Инъектор. Хотя нет, вот это даже лучше. А, это что? Чего? А, о, пробел. Двоих сверху. Ну, давайте возьмем. Просто прыгнуть на них. И вот это. Отлично. Все здорово. Теперь надо найти двоих. Хотя нет, это не обязательно. Я бы вырубил сирену для начала. Но по сути можно еще и с лука бомбить. Мы не забываем, что у нас есть прекрасное оружие. Оружие, тихенькое оружие. Лук. Я думаю, с этого мы и начнем. Только боюсь промахнуться. Да-да-да, боюсь. Блин, ну ладно, давайте попробуем.
А, даже не в голову. Что такое? По-моему, меня не запалили. Кстати, ночь наступила. Все-таки это был закат. Или запалили, я что-то не понял. Подожди, а где он? Внутри, что ли, вообще? Или что? Что за батл? Рубак больше, по сути, нет. Знаете что, я бы еще, наверное, стимулятор один применил, потому что, мне кажется, я не всех отметил. Ну, чё их жалеть? Так, боевой стимулятор, вот. Так, применить. Не, всех отметил. Отлично. Я не помню, этот в доме или в текстуре? Чё за бред вообще? Мне тут скучно уже. Ага, в доме всё-таки. До свидания, мы его обобрали тут же. Так, с этим пока мы не можем. Быстро убить его не можем. А ему вообще насрать, он даже не слышал. Ничего. Так, вот этих двоих бы снес. Ладно. Отлично, остались тяжеловесы. У нас даже до сих пор инъектор действует, потому что мы такую функцию прокачали. Так, ну здесь самое главное не спалиться. Так, для этого... Кстати, можно использовать мину. Незаметно. Правда, я думаю, он заподозрит то, что мы в него миной кинулись. Да, нахрена это надо. Давайте сделаем вот так, проще. Взрывной стрелой сейчас бахнем по нему. А мину можно для того использовать. Вот и все. Так, далее. Сейчас мы проверим нашу снайперскую в действии. Так, нет, надо позицию менять. Потому что он меня спалил, откуда я стрелял. Так, 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 давай, голову. Все, мощная снайперская. Винтовка, хорошая. Надеюсь, если мы поставим на нее глушитель, если он вообще ставится, то... 550! Все-таки меня обнаружили. Капец. Ну ладно, бывает. Все-таки, да, тот чувак-то обнаружил. Был характерный звук, потому что... Но я, видимо, не успел. Я убил его прямо в тот момент, когда он меня увидел. Рубак, он вообще зрячий. Откуда он увидел, что я того убил? Как, точнее, ну да. Итак, продаем все ненужное. У нас $140 боеприпаса мы пополняем. И хотел посмотреть по снайперской винтовке. У нас здесь... Блин, ну вот где она? И ее вообще что ли нет? Я не понимаю. Пулеметы, штурмовые. Может она здесь где-нибудь? Да не-не-не. Эксклюзивная. Тоже нет. Расходные карты. Я не понимаю. Во, любимое оружие. Это что такое еще? Круто. На 4000 можно купить. Вы офигели. И какой-то... Дезинтегратор. Вектор обычный. Холодное оружие. А чем он отличается? А, ну просто можно экипировать его. Ну ладно, далее, карты. Где же-то эта винтовка-то, интересно? Ну ладно. Так. Все, да? Сейчас изготовим, наверное, предметики. Медицинские. Все, по максимуму. Далее смотрим, что там по карте у нас. Еще вон... Ну да, вот видите, тут остров заканчивается. И как-то на этот надо остров тоже попасть. Непонятно. Текущее задание. Здорово. Далее еще что? Так.
Врата храма. Вот что там. Ну здорово, чё. Очень даже здорово. Ну, можно отправиться вот сюда сейчас. Очко навык нам появилось, нет? Нет пока. А денег сколько? Сейчас, извините. 3000. Пока нормально. Нормально идем, я хочу сказать. Аванпост наш. Хочешь еще помочь? Конечно. Посмотри на доску объявлений. Ну же, давай. Ты-то мне сказал, ну же, давай. Я сейчас, знаешь, что сделаю? Сейчас глянем, как тут лучше. Вот тут проехать. Сейчас направо. Блин, ребят, все-таки мне кажется, лучше всего взять другую снайперскую винтовку. С глушителем, как вы думаете? Может реально с глушителем взять? Потому что, ну, сами подумайте, нас будут обнаруживать, она мощная, но... Ну да, нас будут обнаруживать. Откуда мы палим? Давайте все-таки ее поменяем пока. Но я ее не нашел. Может быть, она еще не открыта просто. Ну, если что, откроем обязательно. Как-нибудь, я не знаю, что для этого делать. Ну, смотрите, сами снайперские. Да, ее здесь вроде бы нет. Ну, мне кажется, это не они, явно. Да ну и взять. Ну, не хочу я. Да, она крутая, мощная, все дела. Ладно. Итак, мы берем вот эту. Так. Вот эту хищник. Экипировать. На место М700 заменит Z какой-то 93. Да. Ну что, теперь нет ее вообще нигде, да? Ну и ладно, пофиг. Ну потому что я хочу бесшумно захватывать. Я, конечно, понимаю, кто скажет. Дурак, что ли, такая прекрасная винтовка, типа. Но все-таки это мое мнение, и у каждого оно свое. И я не думаю, что есть дурацкие. Дурацкое мнение, просто это мой выбор, все, не важно. Лично для меня это выгодно, это мне нужно. Многим это не нужно. Блях ты, куда я попёрту все-таки, я не пойму. Но мне это нужно, в общем. Итак. Так, начинает прямо лучше, да. Отлично. Ну, я думаю, эта снайперская винтовка нам должна повстречаться. Неужели она такая уникальная, что только на заданиях или вообще ее трудно достать? Ну, в четвертой части, я говорю, она появилась там. На нее можно было вешать глушитель, насколько я помню. Я ее там улучшил. Вот. Ну, нам она же иногда пишет, что доступно такое-то оружие новое. Только, по-моему, это пишут нам во время выполнения какого-то задания, насколько я знаю. Ну вот, помните, мы выполняли испытание ракеты, нам сказали, что доступен пулемет. Вот мы и приехали. Разберем фотоаппарат. Помечаем всех. Так, там леопард. Надеюсь, он сразу же сожрет собачку. Пока что это все... А, вот еще. Тяжеловес. Ну что ж, давайте. Пока этого мочим. Я попадаю, нет? Как вы думаете, я попадаю? Да я попадаю или нет? Запалили. Да я попадаю или нет? Там винтовка бы замочила его с первого раза. Есть. Все, он всех сожрал почти. Все, вот тебе и 1500. Я надеюсь, пожалуйста, надеюсь. Потому что нас по плану не заметили. Да, 1500. Мы не обнаружены. Нас начали замечать, но мы не дали себя обнаружить. Вот так вот быстро это произошло. Самое главное, что здесь есть зверек. Вот почему мы так быстро все это выполнили. Ёкарный карась.
А я спрячусь. Мне кажется, нас, наших друзей сейчас сожрет. Далее боеприпасы пополняем всего на $80. Тигр. Отлично. Все. Теперь у нас зелененькое место здесь. И посмотрим, что нам там за задание сейчас дадут. Ну. Новые акулы. Ой, или что там было написано? Так. А что за аванпост мы захватили, интересно? Дом старого Нека. Ферма Гордыни. Заправка Нервсью. Обзорная площадка. Ну, здорово. Надо еще тут... Что-то бежать не могу. Ну... Бред какой-то. Так это Цитра нам должна дать задание. Да беги, чё ты не бежишь-то? Друг! Да что такое-то? Наконец-то. О, где-то внутри, я даже такое место не видел. И вертолетики сюда долетели. Уйдите! Это кто сказал? Воин возвращается из землемёртвых. Я принес тебе сувенир. Как ты поймал? Кстати, если бы мы его захватили он по 100 винтовкой, мне кажется, нас бы тут же спалили. Ну, если бы минусанули тяжеловеса, и дальше тигр со всеми разобрался бы. Время пришло. Выпей. Для слабого это яд. Только сильный сможет выжить. Я вообще-то сейчас слаб. Надо бы проспаться. Подожди, я ж такую дрянь уже пил. Хорошо, следуем. Торнадо? Это что за штука? Да как? Что делать? Ёб твою, это еще за хрень. Я ничего не слышу, что ты там говоришь. Воин из Северного царства. Я знала, велика не поклялся любить. Он вон пустота у нас. О, хрена происходит. Затем он собрался и пошел потратить воздух с ловом. Погоди, мне нужна обычная стрела, как ее взять? Великан восстал из его. Я не могу. Блин, я не пойму, почему я опустил. Ай-яй-яй, не тот взял. Почему обычную стрелу нельзя взять? Опять этот вармень, векторов мало. Сготовить можно? Только один. Это жопа. А, да, у нас же там какой-то... Кольвер, скоро мы его убьем. Победи чернильная тварь.
тебе кидает чем-то. Я хоть правильно делаю, что я стреляю в него? Может, ему в глаза чисто попадать надо? Я же убежал вроде. А, прикольный чувак. Да, я могучий. А если он сейчас поднимется? У-у-у, да. Ну, мы ни разу не сдохли. Ух ты, ёп, красота. Так вот, что он испытывал, когда занимался. Скажи мне, кто я? Ты Джейсон. Чё ты в одежде-то, блин? Ты воин. Я знаю. Ты живешь ради битвы. Каждый, с кем ты сражаешься, погибает и заслуживает этого. Ты носишь татау. Ты чувствуешь джунгли вокруг. Ты рак-яд. Ну, здорово. На той стороне острова вас и его пираты порабощают тела и души ракья. Мы будем драться, пока вас не пойдет к нашим ногам. Мы войны ракья, и я приведу вас к славе. Ну, так вот, да, так немного мы развлеклись с Цитрой. Да, только я спал в этот момент. Поговорите. Я иду за тобой, Вас. Айдиу. Расплата. Это чё, остров Васа? А чё, я сюда раньше не ходил? Блин, здорово было посмотреть, что там раньше было.